Петрозаводское президентское кадетское училище тоже работает в особенном режиме. Правда, там стены учебного заведения временно покинули не ученики, а педагоги. Учителя присылают задания в электронном виде, дают пояснения по сети, а кадеты в классе под контролем ограниченного круга воспитателей осваивают учебную программу. У них продолжается полноценная учеба, общественная и спортивная жизнь. Вечера посвящены любимым делам – читают, играют в настольные игры, занимаются творчеством и спортом. Все они из разных регионов, в которых разная эпидобстановка. Кадеты понимают, что шансов привести вирус из других точек страны у них выше, а потому режим самоизоляции соблюдают в стенах училища. Что касается каникул, то эту неделю руководство пообещало компенсировать летом. Кадеты выйдут на каникулы на неделю раньше, так как материал усвоен полностью, пропусков не было.